тебе такое, жердяй? Ты тоже хочешь тупой американец? Да у блядских ебнухов яйца и то больше! Какого хуя тебе тут надо? Никакого. Я ищу родственника своего друга, мексиканца, но его, похоже, тут нет. Ты? А Цезарь сказал, что это будет настоящий мужик. Леди, я праведный и миролюбивый гражданин. Да похеру водила, идем. Черт, расслабься, детка. Где твоя машина? А твоя? Женщины не должны ездить сами, для этого существуют мужчины. Как хорошо, спасибо тебе, Сизар. Я ценю твою помощь, чувак. Ладно, как тебя зовут? Куда едем? Меня зовут Каталина, и мы собираемся обчистить этот округ до последнего цента. Хорошо, нормальный план, я думаю. Ты чертов недоумок, это отличный план. Я выбрал 4 легких целей. Магазин алкогольных напитков в Блуберри, банк в Паломино Крик, автозаправка в Дилиморе и букмекерская контора в Монтгомери. Хорошо, куда едем сначала? Ты водитель, тупая свинья, тебе решать. А ты знаешь, чего хочешь, детка? А ну гони сюда деньги, а то я нахуй отстрелю твои яйца! Это пуленепробиваемое стекло! Так что съебывай отсюда, сука, пока я не вызвал шерифа! Ты что делаешь, сынок? Просто отдай деньги! Как хочешь, пидор! План меняется, Карл! Мы угоним автоцистерну! Эй, ты что делаешь? Я не собираюсь терять работу из-за какой-то сумасшедшей сучки. Давай, Дерек, остановим этих ублюдков. У меня есть выбор. Езжай, я знаю парня, который заплатит нам за этот грузовик и за сам груз. Ближе, ближе. Мы себя загубим. Перекроем дорогу. Get ahead of them. I'm scared. Block their route. I don't want to do this. Привет, мистер Витакер! Каталина, что у тебя сегодня для меня? Тягач с автоцистерной до краев заполненный самым лучшим бензином. Я не видел этого, не видел тебя и не платил за это деньги. Приятно было не иметь с тобой дела. Взаимно. А теперь убирайтесь отсюда, пока копы не нагрянули. А ты заходи, если захочешь доставить для меня какой-нибудь груз. У меня всегда найдется работенка. Пока! Да. Карл, кто это? Ты меня знаешь, меня зовут Праведник. Нет, не знаю. Замечательно, они мне говорили, что ты дебил. Кто? Хорошо, ты можешь поработать на меня, мальчик. Ты чё, из полиции? Нет, но у нас есть общий друг и партнер по бизнесу. У нас кто? Ты раньше убивал копов? Ах, чувак, Темпани, я должен был догадаться, это этот уёбок. Я снимаю комнату в мотеле в Энджел Пайн, убедись, что за тобой нет хвоста.